Приветствую вас, друзья! Сегодня видео будет посвящено тому, как измерить скорость интернет-соединения. То есть провайдер говорит одно, мы будем видеть другое. Ну, на примере двух сайтов. Первый сайт — это 2ip.ru. Вот видите, да? Он сразу у нас на первой строчке выходит. Вот здесь вся информация о вашем интернет-провайдере. Выбираем скорость интернет-соединения. Вот здесь интернет-провайдер определяется. И нажимаем кнопочку «Тестировать». Сейчас идет замер скорости. Время пинга 25 миллисекунд. Опять же повторюсь, это скорость будет среднее значение. Какой-то момент будет она больше, какой-то меньше. Заявлено то, что у вас в договоре. Ну, вот сейчас, вот смотрите, 18,5 мегабит в секунду — это входящая скорость, и 31 мегабит в секунду — это исходящая скорость. Как я говорил, пинг 25 миллисекунд. И второй сайт называется SpeedTest. SpeedTest.net. Проверяем адрес. Переходим на сайт. Загружается сайт. Нажимаем кнопку Begin Test и ожидаем, пока скорость интернета замерится. Определился пинг 8 миллисекунд. Измеряется скорость. Мы видим, что входящая скорость 90 мегабит, исходящая 65 мегабит. По договору у меня интернет-провайдер, моя скорость интернета должна быть до 100 мегабит. То есть то, что я сейчас вижу, в принципе, приближено к правде. Первый наш сайт, который определил скорость 18,5 мегабит, но я думаю, что здесь он привирает немного, поэтому предпочтения и, скажем так, более точные замеры будут именно производить сайт speedtest.net. Вот, в принципе, все. Спасибо за внимание.